шелковица. Тут она растет огромным деревом. На ней ягода, ее трудно описать, костянки, нанизанные на ниточку, как бусинки. Вот, что-то среднее между ежевикой и малиной. Я ее семенами посеял в 99-м году, то есть в прошлом году 9 лет, она заплодоносила первый год в прошлом году. Ну, плодов было маловато, ну, говорят, на первые годы и так, и плоды мелкие. Но сегодня вот я не ждал, когда я подрезочку сделал, посмотрел, она живая. 42 градуса выдержала, поэтому это южное растение у нас замечательно будет расти. Единственное, что года через три ее начали кушать мыши. Раскушали, что сладкая кора, и стали объедать кору. Она отходит от корня и опять вырастает. Вот те два куста, если вы посмотрите, вот, то на них они отошли от корня. Вот здесь, если посмотреть, вот здесь корни какие. Вот. Она от корня, это очень живучее растение. Вот. Все отрастает от корня.